Так, снова здравствуйте. Мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием «Периметр». Люди кластера беспокоятся о судьбе своих братьев с фрейма Орган. Уже много лет его нет с нами. Однако исход не может остановить даже потеря фрейма, легат. Так говорят спириты, твои наставники. Если с фреймом случилась беда, значит, люди, населявшие его, были испорчены. Их черные мысли породили ужасную скверну, и она поглотила их. У легата есть власть над людьми и мудрые указания спиритов. Этого достаточно, чтобы достойно встретить любого врага. Продолжай свой путь. В общем, люди слишком много дрочили, и из-за этого их поглотила скверна. Теперь они будут гореть в аду. Легат, фреймкластер должен установить связь с соседним миром цепи и уйти туда. Пока неизвестно, что нас ждет на этом мире. Помни, всякая скверна — это следствие людского несовершенства. Неукрощенные мысли жителей фрейма порождают ее, стремящуюся уничтожить наш город и все, что с ним связано. Поэтому каждый из вас, живых, должен идеально контролировать себя. Но для людей это почти невозможно. Человек исхода должен знать, что его мякоть души может обратиться здесь в зримые ужасающие формы. Поэтому каждый должен неустанно молиться и духовно очищаться под руководством спиритов. Это путь спасения и обретения большого мира. А сейчас твоя задача — закончить модификацию омега-портала, которая позволит открыть коридор на другой мир цепи. Совет спиритов снабдил тебя стационарными лазерными орудиями для борьбы со скверной. Исполни волю совета. Довольно легкая миссия, по крайней мере, я так думаю. Так вот, видите, вот здесь вот игра... А, кстати, мы можем вертеть. Кстати, вот здесь вот сбоку, вот видите, всякие надписи. Это надписи, кто какой фрейм, куда, в какой мир прыгнул. И, в общем-то, эти надписи, они между нашими миссиями несколько других проскакивают. Все дело в том, что в книге, то есть... Вот это вот время, которое в игре у нас проходит за несколько минут, оно между миссиями время, там прыжки всякие, они проходят сотни лет. То есть, вот, например, год на одном мире фрейм был, год на другом. И, в общем-то, мы пропускаем, и вся игра длится около сотни лет. Да, я знаю, что я... плохо говорю, у меня с риторикой плохо, я ее не изучал ни в школе, ни в университете, хотя там я имидж изучал, но плохо изучал. Мы там рисовали какие-то штучки, там типа какую прическу делать. Ладно, плевать, начнем. Наша новая лазерная технология позволяет строить мощные стационарные лазерные пушки. Использую их, чтобы держать скверну на расстоянии. Так. Вот. Обнаружена активность скверны. Прораб ждет указаний. Фрейм и спирит едины, легат. Прораб внемлет. Прораб получил новые координаты.
Лазерная пушка создана. Фрейм и Спирит едины, легат. Фрейм и Спирит едины, легат. Бригадир послушен тебе. Бригадир исполняет твою волю. Начата подготовка ландшафта. Лазерная пушка создана. Обнаружена активность скверны. Было бы разумным построить больше лазерных пушек, легат. Ядро создано. Прораб внемлет. Лазерная пушка создана. Так, ну нам уже немного осталось. Образовано поле ядра. Обязательно. Образовано поле ядра. Лазерная пушка создана. Поле ядра снято. Поле ядра снято. Обнаружена активность скверны. Лазерная пушка создана. Создание завершено. Что же это за создание? Ядро создано. Лазерная пушка создана. Прораб ждет указаний. О, теперь спираль начала. Прораб внемлет. Прораб движется к цели. Лазерная пушка создана. Обнаружена активность скверны. Бригадир послушен тебе. Бригадир в движении. Прораб ждет указаний. База атакована. База атакована. Бригадир исполняет твою волю. Где атакована? База атакована. Обнаружена активность скверны. Образовано поле ядра. Вот эти вот шары Свиборга. Такие суровые, как дедушка Ленин. Блин, что за мешаловка? Поле ядра снято. Ты мне не нужен. Злой, плохой дядя. База атакована. Ядро создано. Ядро атаковано. Ядро атаковано. Кем атаковано? Образовано поле ядра. Когда на охоту выходят шары Свиборга, это очень много. Обнаружена активность скверны.
Бригадир послушен тебе. Бригадир исполняет твою волю. Было бы разумным построить больше лазерных пушек, Легат. Знаете, я как-то сам разберусь. Я ведь ваш бог. Вот и все, миссия очередная закончена, но это все цветочки. В будущем миссии будут гораздо сложнее. Итак, до следующей серии. Всем пока.